Майдо. Доброе утро. Решила распаковать наши фрукты, которые ночью привезли. Мы ездили в Хачмаз. Вот. Вот такой вот нектарин. Мама. Красивый взяли. Посмотрите, прям с картинки. Взяли персики. Взяли зелень, базилик и мяту. Вот такие маленькие груши взяли. Яблочки взяли домашние, прям супер яблочки. Груши тоже хорошие, сладкие груши. Вот такие груши красивые. Потом взяли огурцы, но не знаю, почему муж взял такие здоровые. Баклажанчики взяли. Взяли перчик. И что мы там нашли? Мы нашли вот такой грецкий орех. Вот. И еще ящик. Я уже сняла его. Ящик помидор взяли. И все это нам обошлось 50 манат. Сейчас будем все это мыть, чистить и убирать. Только я не знаю, куда мы будем убирать, потому что у нас такой холодильник маленький стал в этой квартире. Сегодня очень жарко у нас. А, еще забыла вам показать, что мы взяли. Мы взяли вот такие красивые. Ой, не дотягивается мой телефон. Сейчас вытащу. Такие красивые подсолнухи. Семечки. Я его на подоконник посадила, чтобы он подсох, чтобы потом можно было пожарить. Два таких подсолнуха купили. Я про них забыла. У меня телефон разряжается, из-за этого не могу дотянуться, показать вам, что у нас там происходит на подоконнике. Яблоко? Да, яблоко. Подите. Не кушай, мама, помой, потом поешь. Вот. Могу положить, потом положу. Так что всем хорошего утра, хорошего настроения и здоровья. Будем работать, начинать все чистить, мыть, убирать, пока наша Лялечка заснула. И это вот с ящика остались плохие помидоры, я их сейчас почищу все и заморожу. Достала я здесь немного базилика, баночку двухлитровую. Сейчас будем компотик готовить. Дети вон нагрызли и не стали есть, уже наелись фрукты. Все. Тут вот травку я помыла, завернула чистенько, чтобы было все. Дома очень жарко, на улице тоже жарко. На улице посмотрите, какое солнышко, прям аж жара пекет.
окна на балконе аж горячие. Ну, хорошо, что есть кондиционер, вентилятор дома. И вещи быстро сохнут. Вот это мне лето нравится из-за этого только. Что летом все вещи быстро сохнут. 5 минут и все готово. Мы уже одеяло перестирали. Осталось еще одно одеяло нам постирать. Большое, ватное. Вот его надо будет сюда его как-то повешать на балкон. Не люблю я балконы вот такие открытые. Хотя бы немножко можно было бы закрыть, было бы вообще супер. Ну, наверное, потихоньку сделаем. Или хозяин сделает здесь уже ремонт. Если мы будем долго жить, то сами сделаем. Прикроем немножко, чтобы этого всего не видно было. Вот так вот. Как бы новый район везде. Только частный сектор. Там вдалеке дома. Не знаю, видно, не видно, нет, не видно. Вот они. Сюда автобусы даже не ходят, только чисто на машинах можно добраться до сюда. Ну, пойдем дальше работать. Отдохнула чуть-чуть. Надо доделать уже. Все равно жарко, надо переработать все овощи, чтобы все по местам лежали. Я чистила шкурку, убрала, все лишнее убрала. И вот так по отдельности ложу. Вот. И вот так вот замораживаю. И когда надо, вот один помидорок, два помидорка, какие тебе надо, достала. И все. Самый удобный вариант для меня.